Итак, доброго времени суток, дорогие подписчики и другие зрители канала. С вами Game Autar, и мы продолжаем наше похождение в RPG под названием Two Worlds, что на русский переводится как «Два мира». Ну что ж, в прошлой серии мы завершили таки все квесты в рыбацкой деревне Кловели, проверили здесь все, ничего не нашли, вернулись назад на главную дорожку, встретили деревянных големов, которых я назвал НТ на максималках, они меня долго били, мучили, но я их все-таки победил. Собрали квесты в западном армейском лагере и будем их сейчас выполнять. Заодно мы наконец-то, я думаю, в этой серии таки выполним, так сказать, часть сюжетного квеста, главного основного квеста нашего. И достанем вторую часть реликвии, грубо говоря. Ну и проверим эту башню. Надеюсь, в этой серии, возможно, не в этой, а в следующей. Ну, посмотрим. Первым делом надо зайти в эту таверну, в которой мы были в прошлой серии. И там, видимо, тусует какой-то дезертир. Видимо, один. Нам нужно найти двух дезертиров и достать косичку. Ну, их надо убить и дать косичку одного этого дезертира, командиру, капитана, да. А второй, видимо, был сержантом и сказал, что один этот пьянствует, и надо его, видимо, вернуть назад в казармы. Насколько я могу это судить. Видимо, он. Но он что-то без доспехов. Ладно, базаримся. Imprisoned too, when he sees me without armor. Where is your armor then? That is what he will ask too. I must return to the barracks, but with my armor. Pray tell me your tale, soldier. I'm ashamed. I lost in a card game. The stakes were high. I had good cards, but that cheater Ristoridius won. Now I have no armor and no money to buy it back. Aye, 'tis bad luck. But you only have yourself to blame. Как ты мог поставить на кон свои доспехи? Это чем же надо было думать, скажи на милость. That was the best hand I ever had. Only one hand could beat it. And Aristo had that hand. I know he cheated me. How do you know? I found a card on the ground under the table after everyone had gone. But that is still not enough proof. Лох, это судьба. Как говорится, не садитесь играть в карты со всякими мутными типами. Азартные игры — это плохо. Осуждаю. Капитан очень тобой недоволен. I, with good reason. I am normally a good soldier, and I have learned my lesson. Не всегда. Ладно, прощай, Щитгу. Где этот мутный тип? Эверн Крес попросил вас пойти в местную гостиницу и сообщить ему, нет ли там Ариона Терриеса, солдата-дезертира. Вы нашли Ариона и узнали, что он проиграл свой доспех в карты. Вернитесь к Криосу и сообщите ему о том, что вы обнаружили. Вот так вот. Не повезло тебе. Ой, как тебе не повезло, чувак. А, кстати, у меня тут, видимо, да, лишние вещички есть, я их продам этому мутному типу. Ничего у тебя нет, как ничего не обновилось, да? Стальная шкура, землетрясение. Землетрясение, магия земли. А, оно у нас есть, так что мы его покупать не будем. Зато мы впарим ненужные вещи этому типу. Да. Надо проверить сапожки. Нет, не подходит. Это через дракона оставлю, наверное. Так, камушки оставим тут. О, кольцо тут лежит. Так, этот камень мы тоже тут оставим. Так, это мы продадим. Все, это лишнее. Так, смотрим, это щит лишнее. Это у нас штанишки не подходит. Это у нас не подходит. Этот опорик, он не подходит нам. Это тоже нам не подходит. И все получается. Ага, ну и все остальное. А, это еще и все. Ну все, ладно. Кольца, ладно, потом разберемся со всем остальным. Ну что ж, идем к этому капитану, что ли? Второй капитан получается. Или нет? Я немножко не понимаю. Там, не знаю, я не знаю, какого у него звания у этого солдата. Точнее, командира, скажем так. Но мне кажется, что он сержант. Ладно.
Где-то он тут, да? Внизу. О, этот отдыхает уже, ему нормально. Вот он, да, я вижу его. Ну, Эверн Кринс, ничего не написано. Знаков различия нет. You again? Did you pass on my message to Terrace? Да, он в гостинице, как ты сказал, но он потерял свой доспех и не хочет возвращаться. He what? Lost what? Do you jest with me? I hope not, fellow. Do I look like a jester? I see this cannot wait after all. A soldier without his armor? I shall send someone for him right away. Я должен покинуть тебя, солдат. Значит, гом. Ну все, сдали его. Фиг с ним. Не знаю, буду долго бить его, по ходу дела. Бедняга, да? Ну, нефиг было это, в карты садиться играть. На самом деле, мне его совершенно не жалко. Ладно, идем. Все, наконец-то мы... А хотя нет. Да, здесь убежище белой головы, а сам он находится вроде в... Ну, в склепе короля бывшего. Предыдущего, бы даже сказал. Так. Что-то... А, там лошадь в лагере разбойника был, ладно. Это у нас кто? Это у нас потрошитель. Да, them again. Ну, как сказал, снова они. Сказал наш персонаж. Возможно, он даже как бы вопросительно воскликнул. Как-то так. Но это не точно. Так. Идем. Надо вниз и не пропустить дорогу. А, нет, тут будет видно сразу. Поворот, я имею в виду, вызовем заодно нашего ангела-хранителя, это не та кнопка. О, тут эта кнопка, все. Идем. И мы спускаемся, и туман, зловещий туман. Так. Где же поворот? Поворот, как говорится, не в ту сторону, не туда. Так, все, мы на месте. Так, что-то я немножко... Ага, это дорога... Стоп. Эта дорога, видимо, да, это дорога на кладбище тупо. Ну что ж, возьмем нашу эту дубинку одноручную, чисто для прикола. Можно даже факел было взять. Ну ладно, поехали. Морская фигура замри, как говорится, ладно. Так, это нормально, да, они легкие. Все с ними понятно. А, потрошитель, что ты тут делаешь? Ты не мой потрошитель. Слышишь? Что-то я немножко не понял. Ну. Я не могу в него попасть почему-то. Объясните мне. Надо... Молния, уничтожение нежити, регенерация, ударная волна. Ну-ка. А, я и пользовался, конечно. Ну-ка. Чего? Серьезно? А, зомби? Чего? Я немножко начинаю не понимать, что происходит. Ну-ка. Нет, по нему попадай. А потрошитель ты не попадаешь. Что? Алло, потрошитель. О, а этот попал, серьезно? И он начал с ним драться, зомби, серьезно как? Что? Призвать демона-потрошителя? Что-то я не помню. Да, походу я был вчера настолько уставший, что вместо ангела вызвал потрошителя, оказывается. Вот они, чё. Точно. Вот, потрошитель здесь, это карта призыва, самый правый. Справа, самое правое право. Да, значит, потрошитель бесполезный, вызовем паука сейчас. Посмотрим, как он тянет. Да не это. И не это. Персонаж. Вот, паук. Дерись с ними. А он ядом плюется. И все. Ай. Так, где моя это? Единый луч. Пригнать монстра. Тень. Вот, волна холода, наверное. Да, все. Вот. Бей его, да не меня бей. Его бей. Ага, ну он так себе бьет, а ты хватит, ладно. Прибьем зомби наконец. Так. Потом я хотел попробовать прогнать монстра магию использовать. Ну-ка. Чего? Вон паук, персонаж, вот, его отзывай. Ну-ка, вот так вот здесь. Нет, не отзывается. Без комментариев я не могу просто. Какой сегодня день, не знаю. Конец дня просто уже. Ага, и у меня еще магия слилась. Отлично. Серьезно. Манна, я имею в виду не магия, а манна. Это просто какой-то праздник, я не знаю. Праздник души и тела, я бы даже сказал. Хотя у меня много зелий. Но я понятное дело, самое большое.
Так. Yes. Кто-нибудь может быть это моего паука это успокоит? Нет? Ладно. Паук фигня, вызови им вывернуто. Да не, ну почти. Ну вот, виверна. Дерись. Тоже точно так же. Not bad, huh? Угу. Ну ладно, бесполезно. Пыть проклятый. Так. А, ты еще остался, я забыл про тебя. Да, и у меня нету противоядия, я забыл, да. Я хотел достать, но я не знаю где. Вот так вот. Вот, вот такая вот засада получается. Так. Хм. Ну-ка, зайдем-ка мы в инвентарь. А могу я смешать, например, это? С этим. Нет, подождите, вот, с этим, например. Серьезно? Что я получу? А, ну восстанавливает, да, ману и хиты, ну то есть зачем мне сохранять формулу? Это понятное дело, я даже выпью сейчас чисто для прикола. Хм. Ингредиенты тут этот есть, да? Надо смотреть. Защита нет, защита нет. Вот предоставляет иммунитет к яду. Исцеляет еды. А, ну. Ну вот, нормально. Только где мне столько щитовидных желез и зомби достать, это, конечно, еще тот вопрос. Так, скелетов вроде все золотали. Потом что? О, господи, эти животные так и не исчезли. И верно, понятное дело. Я хочу вызвать скорпиона потом. Наверное, он самый сильный будет из них. Ну, с теми скорпионами, с которыми я сражался возле столицы, они были сильные, да. Кладбище слуг. И долина нор. Долина нор и кладбище слуг. Прямо комбо получается. Давай. Да не то. Персонаж. Ладно, я вызову пока вот это. Всех остановлю и вызову скорпиона. Ну что ж, давай, покажи мне, как ты можешь. Ага, то есть ядом. Если он типа отравится, да? То есть я должен вот так вот по кругу бегать вокруг него, чтобы он умер. Серьезно. Эх, эх, скорпион, скорпиончик ты мой. Так. Виверна бьет. Зомби. Не, ну нормально, нормально. В принципе, все, умер. О, нормально, слушай. Слушайте, как говорится. Ага, ночь наступила и появились призраки зомби. Ну, серьезно? Серьезно, просто это я не знаю, у меня слов нету просто, на самом деле, я не знаю, что сказать просто. Я в шоке. Звезда в шоке, как говорится, ладно. Ты что, меня сейчас бить будешь, скорпион? Ты совсем обалдел, что ли? Да. Да, духовный удар, или как это, ментальный урон все-таки лучше, чем не ментальный. Я забыл какой там урон. А, яд, точно. Ну, бесполезный яд на самом деле. Ну, кроме скорпионского. Если он быстро все это убивает, скажем так. Как это сказать, мощный яд или огромная концентрация яда? Во как. И тут знаете, что чего нету? Да, ростков порчи. Это обидно, по крайней мере мне. Мне очень обидно, на самом деле, ладно. Ладно, всех мы залутали, идем. В лагерь орков, наконец-то. И тут призраки начинают шляться, серьезно. Призрак скелета, здравствуй. Здравствуй, дорогой, я давно тебя не видел. Я просто не знаю, что говорить. Призрак скелета. И каждый раз, когда вижу это, не знаю, меня это начинает рвать. Секретный вход в королевскую гробницу. Блин, это он настолько секретный, что он называется секретно. Угу. Значит, убежище орков. Да, орки проникли в гробницу через секретный вход. Точнее, через задний проход, ладно. А, дубинка моя. Ух, главное не забыть ее-то. Не, просто волосится, а то... Это ты так рычишь? Фу, ты меня испугал, виверно, серьезно. Это кто? Это зомби. Так, это вот, это пещера, да? Это вход. Понятно все. Упырь. Это не зомби, это упыри. Да разницы никакой. Как говорится, какая разница? Он Рымен, а какая разница? А подождите, типа, одним словом Рымен, так он же болгарин. А какая разница? Если вы понимаете, о чем я, да? Ладно. Эй, упыри, алло. Вы что, серьезно? А, то есть вы меня сейчас увидите, алло. Ух ты, упырь, а, проклятый. Давай, давай, я тебя так. Так. Так, 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 вот гад.
А, скорпион? А, ты тоже занят, да, скорпиончик мой? Я тебя не заметил, но сам. Как говорится, кто хороший скорпион? Ты хороший скорпион, хороший мальчик. Так. Ладно, я уже... Не знаю, может, регенерация. У меня нету... Надо магов потом посмотреть, как-то... Магию противоядия, грубо говоря. Регенерация, удар, на волна, помощь, дополнять хиты, ну-ка... Почему бы и нет? Пока соберу. Ингредиенты, да? Нормально скорпион выглядит, да? Ужасно, я бы сказал, просто страшно. Хорошо, что у нас таких... Хорошо, что у нас таких скорпионов нет просто. А, бесполезно, да? То есть... А если регенерация? Ага, тоже бесполезно. Я испугался, ты хоть... Я думал, подумал, что он меня сейчас ударит, но нет. Он просто вздохнул, видимо, да? Все это бесполезно, да? Я сейчас пытаюсь вспомнить, где... Куда я делал эту, господи? Помощь. Не помощь, а хилку, господи, как это называется она? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Беда с башкой, часть 3. Помощь, щит из молнии, удар на волну, уничтожение нежити, молния, толчок, концентрация, волшебный щит, ангел-хранитель. А вот исцеление, и почему оно тут? Я ничего не понимаю. То есть я реально уже все. Беда с башкой, реально, просто. Чпонька, все, до свидания. Щит из молнии, помощь. Давайте регенерацию поставим тогда сюда. Чисто для прикола. Надо съесть эту, зомби эту, да? Да, правильно, все. Я просто хочу посмотреть. Ну да, долина. В ней что-то есть, ингредиент. Бродит зомби, вот, я хочу посмотреть, что здесь. Причем это место на карте не особо-то и обозначено. Это гробница видна нам оттуда. Ну и зомби, в смысле упыри, наверное, бегают, что такое? Так. А, это портал, оказывается, серьезно? Телепорт в долине Нор, это хорошо. Упыри или там зомби хули, да, и чихать я на них хотел, на самом деле. Меня они вообще просто не интересуют, настолько не интересуют, что просто не интересуют. Если вы поняли, о чем я, ладно, так. Тебя залутало, а что это у меня, дополнительные хиты, я не знаю, забафался. Какой-то мутью и не знаю что, не знаю чем, ладно. Я думаю, надо брать вот это, надо вернуть мою дубинку. Ладно, главное не забыть просто, что дубинка внизу не в... находится не на своем месте, точка, все. У меня все, поехала крыша. Я нашел, грубо говоря, убежище, он прячется в кургане, в гробнице короля. Да-да-да, так, да, мы именно, или подождите, может быть, не со... может они не соединяются. Так, скорпион, я вызываю тебя, покемон. Покемон, ты можешь все, долг зовет. Постой, ты хочешь побазарить со мной или нет? Так, это мы удаляем, и мы новое сохранение. Так, ага, ты хочешь со мной поговорить? What? An educated orc? And you speak our tongue so well. Surprised, eh? I learned your stupid tongue to understand my human prisoners when I torture them. I come from Captain Hograd. Ah, I see you know this name. He is an orc-like human, a great warrior, but his wound keeps him in the village. Mayhap he is lucky, 'cause if he comes out, I fight him again. His wound heals well because of a special magic, and I am sure he would like to meet you again, Whitehead. Fight, great warrior, indeed. Better than robbing from humans. You tell Hograd, I wait him in Trogul ruins, tomorrow after the sun goes down. Ладно, я передам это капитану Хограду. That saved your human life. Leave now. Go. Now. А что ты со своими друзьями тут делаешь? Why should I tell you, human? But you did go to Hograd and tell him. So now I will tell you.
We opened a secret door leading to the king's barrows. Countless treasures awaits us. A good plan, with profit too. When do you plan to finish your work? We are nearly done. I could have the gems already if these tunnel workers faster. Gems and gold? That sounds promising. May I perchance use your tunnel? If you take my message to Holgrod, maybe I let you have what we leave. Нормальная такая дружеская беседа получилась. Ладно, я думаю, лучше мы выйдем отсюда. То есть, если я типа... Не знаю. Правильно? Да, в принципе, какая разница? Не я же воюю с орками, правильно? Правильно. Принеместимся, скажем Кэпу, что это... Разбирайся со своим орком сам. Ладно. Но если он скажет, завали его, я его завалю, чушь. Отлично. Не залагал, а? Ну, как обычно. По-другому не бывает. Ладно, так. Капитан, капитанушка, давай побазарю с тобой. Ah, there you are. Did you find Whitehead? Aye, he is difficult to overlook. I found him at the King's Barrows, just as you said. He wishes to meet you. What? How can you know that? These animals can only growl, howl, and throw weapons. Nay, not this one. Master Whitehead understands our tongue, and speaks it very well. I knew it. I sensed there was something different about him. First his outstanding fighting skills, and now this. Indeed, impressive in every way. But you will see that for yourself. He asks you to meet him in the Trogul ruins tomorrow, after sunset. Ah, my chance at last! Can you tell him that I will be there, but that I must first make preparations? I have business with him too, so I shall give him your message. Aye, but be cautious. This orc is very dangerous and cunning. Серьезно? Серьезно, Карл, как это? Прям я не знаю. Без комментариев, как говорится. Ладно, скажи, что ты знаешь о королевских курганах. Why does this holy place interest you so much? Ah, I know, kingly treasure. Whitehead digs into the barrows, and you pick up the scraps, am I right? Mayhap, but that is my affair, captain. Ah, do as you wish. As for me, I cannot permit Whitehead to plunder the barrows of our ancient kings. Why not? King's Barrows is a royal Catalonian burial ground with many treasures and mysterious guards. If you enter the barrows alone, you will never be seen again. Как ты относишься к Белой Голове? I am torn between admiration and hate. He is a great warrior and has mastered our tongue, but he is also a killer with no conscience. Verily, could there be more orcs like that? Aye, there may be more of that sort. And if that is true, the orcs will indeed be terrible enemies. Ну, орк или бинос сам по себе, видимо, это уникален. Ладно, будь осторожен, значит, говорится. Блин, мальчик на побегушках получается, ладно. Кэп сам обрадовался. О, торговец. Тебе мы продадим ненужный хлам. Молоток. Не нужен, это нам нет, не подходит, нет, все, остальное фигня, продадим. Так, вот это, да, вот это, да, все, это мы продадим, это все вроде у скелетов я отжал, да, точно. У скелетов, так, это что? Ай-яй-яй, ладно, не подходит, ладно. Все остальное тоже, все, можно возвращаться. И передать орку, что Кэп согласен. Серьезно, я прям не знаю, мальчик на побегушках. Да ладно, нормально. Мне только еще хотелось это знать, где эти это место встречи. Я не знаю, где это находится. Какой-то. Я забыл даже название. Точнее, я не запоминал, потому что что мне неинтересно. Ладно, сохранимся. На всякий случай вернемся вниз. На дно, скажем так, опустимся. Так, скорпион опять мой любимый, нежный.
Так, факел. Ладно, пусть лежит тут, он мне не нужен на самом деле. Давай, орк, побазарим с тобой. The tiny messenger is back. What says Hogra? Сам ты коротышка. Он придет. Whitehead will teach Hogra an orc lesson. As you wish, O master of the many wafting smells. But what of your offer to let me use your tunnel into the king's barrows? Orcs keep promises. You can poke your human snout into the dust there. We already searched everything. Серьезно, что ли? Да ты гонишь. Да не кричи ты на меня так. Я все равно не понимаю. Ты мне не начальник. Ладно, идем. Опа. О, левелап, за что? Спасибо. Не знаю. Так, всем по порядку. И вот это. Так, и умение. Магия земли, значит, да? Да. Все, идем. Орки тут? Орк, побазарь со мной. Эй! Вот ты гад, а? Кинул меня, по ходу дела, да? Сам слинял. Ну ладно, сейчас мы вас завалим. Легкие орки, да, я что-то молчу, потому что сконцентрирован. Тут, видимо, один был. Мы типа все проверили, все сперли, что ли? Серьезно? Да вы гоните. Неправда. Ууу, жесть, просто дно. Здравствуйте, меня зовут Дно. Так. Угу, вот он вход получается, видимо, да? Какой вход? Запасной получается? Так, ага. Ничего нету, идем. И там меня ждут орки. А, нет, скелет уже. Да он меня наврал. Белая голова меня это нагнал. А, все. Вот она что, значит, регенерация не нужна, то есть исцеление. Вот тут она, господи, я ж дурак. Ой, дурак, дурачок, боровичок, я все перепутал. Волна холода вот эта. Вот. Вот теперь все правильно. Все на своем месте теперь стоит. Так, поехали. Так. Магия, давай. Все, не успел. Так. А, все, и остальных мы сейчас добьем. И даже залутаем их. Если скорпион мне мешать не будет. Ржавое оружие нет. Ну, мне такая магия не нужна. Так. Скорпион, подвинься, я еще скелета не залутал. Ладно. Сам отойдешь потом. Наглый этот. Какой наглый? Ну да, он большой. А вдруг он обидится и меня окусит, все. Меня пополам кусит. Так. Все. Смотрим, есть ли сундуки, ящики, что-нибудь такое. Нету ничего. Идем дальше. Это же уже курган, да, сам? Да. Вот он. Чтобы спасти сестру, вам нужно найти все части древней реликвии. Одна из частей камень земли. Да, камень земли, все. Угу. Насколько я помню, тут еще должен быть этот король. Собственной персоной, соответственно. Ну, как его, скелет вроде бы. Но это не точно, я просто навскидку говорю. И тут у нас два пути. В какую сторону идти? Это вопрос, дилемма. Направо или прямо? Не знаю. На самом деле, да. Ладно, мы пойдем прямо, я так думаю. Самый лучший вариант. Так. Это мы лутаем. Все мы лутаем. Это лутаем. Так, это бы мы залутали, да? Тут ничего нет. Идем сюда вот. Ну, прямо, да, и прямо. Ну, по дороге этой. По пещере, вдоль пещеры. А, хватит. А то я все, беда с башкой, как обычно. Так, тех мы заморозим. Еще раз на всякий случай поехали. Так. Все. Ага. Ага, скелет это бесполезный скелет. Сундук это бесполезный скелет. Что тебе не нравится, скорпион? Это тебе не нравится, что я их убил первым? Ну, блин, надо было быстрее идти. Что я еще могу сказать? Не повезло тебе. Так. Да тут их... А, все, походу, у меня в инвентаре место кончилось, представьте себе. Все, перемещаемся, нам надо в конюшне наши родные старые. Так. Наверх, еще выше, еще, и вот они. Вот они, родимые, как говорится. Так. Факел я убирать не буду, все равно туман. Так, вот он наш торговец. Ух-ё.
Все, наверное, двуручное, и нету, к сожалению, моего вот этого рассекателя. Жаль. Доспехи всякие, ну тут, наверное, нету, я не вижу подходящее, да, под мою броню, на самом деле. Как говорится, издалека вижу, на самом деле. Так, нет, 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 да, все это не подходит. Это все видно, ну и щиты, все бесполезно. Так, это продаем, и это продаем. Теперь смотрим, все это продаем. Вот это продаем, вот это отсюда надо подальше отодвинуть просто. И все. А это все остальное хлам, скелет. Скелетный хлам, скажем так. Да, и засунем лошадь, все в лошади, лошадей, все лишнее. Не знаю, меч оставил на всякий случай для красоты, может быть даже когда-нибудь им воспользуюсь, но это не точно. А, это не здесь лежит, честно. У нас тут только это лежит. Мантии, да, посохи, а у меня нет ничего такого, да. Ага, ладно. Так, ингредиенты. Ага, так, вот оружие, да, еще одно черное оружие. Рубящий против рубящего, жаль, конечно. Это рубящий дробящий, двойная смять. Но мне кажется, он двуручный. О, мы бронебой, вот, ментальный урон, вот, вот оно, что, Михалыч. Так, этот мы ингредиент... О, я тут это забыл продать, ладно. Так, ингредиенты. Камни, ё-моё. Я смотрю ментальный урон против ментального урона, и я думаю, если да... Стоп, она одноручная? Так, стоп, 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 серьезно? Этот молоток одноручный, это же прекрасно. То есть я этот дурацкий рассекатель могу тупо продать, потому что он мне не нужен. Круто, великолепно, сейчас мы его продадим. Сейчас я продам все лишнее. Так, рассекатель, до свидания, и вот эти стрелы, до свидания, все. Теперь я иду к лошади обратно. И что я делал? Я эту дубинку я могу сложить сюда. Продавать я ее не буду, конечно. Так, и все. Подождите. Так, ингредиенты надо ложить все. Это камень. Ага, это мы ложим. 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 Вот это мы оставляем, потому что исцелять все еды надо вот это искать. В ингредиентах. Надо смотреть, если еще... Вот. Все. Щитовидная железо зомби. Мы ее мы их возьмем, мы ими будем пользоваться как противоядием. Если мы заразимся. Так, теперь что? Кольца. Вот, мы можем объединить одно кольцо с этим. Жизненная сила, хиты, равновесие. Ловкость, сила, воли. Вот, все, объединяем. Теперь смотрим. Нет, ни с чем. Тоже нет, тоже нет. Тоже нет, тоже нет, тоже нет. Ладно, объединяем. Ой, в смысле. Как-то. Упорядочниваем. Вещи. Ладно, вы поняли, короче. Беда с башкой. Так. Ментальный урон в эту. В этот бронебой мы добавим. Да. Меч у нас электричеством кормится. Вилла нам ничем не кормится. Ну да, добавим или нет. Ладно, оставим. На потом. Все. Возвращаемся обратно. Наконец-то, скажем так. Надо вниз, вниз, вниз. Так, вниз. Вот сюда. Да-да-да-да, вот сюда вот. Прямо сюда, чпунька. И мы на месте. Так, все. No time like the present. Да, пирамида у нас сохранится на всякий случай. Так, не та кнопка, вызывай скорпиона хочу. Так. И теперь надо залутать остальных скелетов и вскрыть сундук. Так. Вот. Тебя, значит, лутаем. Ага, тебя лутаем. Все. Так. Теперь тебя. Тут уже ничего. Здесь уже ничего. Здесь уже ничего. Так, здесь ничего нету. Хватит рычать, скорпион. Не мне-то. Не жалуйся. Слушай, что ты жалуешься? Нормально общались, как говорится. Ладно. Превосходный замок. Не, такого уж и превосходный, так, ух ты. Ментальный урон в наш бронебой. Ингредиент защиты от холода нет. Защита, а, повышает защиту от огня на 10. А это постоянный эффект, точно. У нас же есть еще временный постоянный, но я не мешаю зелье, не ем, да. Постоянный эффект, ну, да, он мне не нужен. Я обычно, я эти ингредиенты на самом деле храню для квеста, но мне кажется, что я уже не прав. Волшебный источник. Так, теперь я думаю, а вот скелет. Два скелета всего лишь. Ну, мы их быстренько убьем. Просто чпоньки, все. Бронебой. Это круто.
Что за меч? Фиговый меч. Так. Лутаем, лутаем и смотрим. Тут ничего нет, кроме сундука. С хорошим замком. Ничего особого нету. Забираем, смотрим внимательнее еще раз. Больше ничего нету. Мой скорпион все еще издает непонятные для меня звуки, непонятно. Может, он со мной разговаривает. Так, превосходный замок. Чего? Это шутка? Игра надо мной подшутила, и ничего нет в сундуке в этом. Смекалочка, ладно. Так, как это, ловушка Джокера получается. Я думаю, надо вернуться назад. И мне кажется, что стоит посмотреть второй путь. Насколько вы, как вы помните, да? Было два пути, прямо и направо. Я пошел прямо. На этот раз я хочу пойти направо, но это уже лево. Получается так. Так, ладно. Угу. Ага. Ага. Ага, тут дороги, видимо, больше никуда нет. Никуда не ведет. Получается так. Ну, это не точно. Ладно. Маги, давай, маги воспользуемся. А хотя скелеты легкие. Да, они легкие тут это. Меня кто-то выстрелил? А, да, лучник, точно, он что-то пытается в меня стрелять. Серьезно. Ты что, не видишь, что как бы это бесполезно? А, он заморозился уже, все. А, этот стреляет? Так это ты стрелял, гад. Ну, получай за это подарок. А, да, тут это... Тупик, скажем так, тупичок получается. Так. Скелет в бочке. Серьезно. Спрятался, да? Прикинулся мертвым. О, это сундук, ничего себе. С примитивным замком. Так, ментальный урон мы сразу в этот, в бронебой добавляем. На остальное мы лутаем. Так, о, еще один сундук. С хорошим замком. Это просто лутаем. Забираем все. Так. Теперь хочу посмотреть, что у нас тут. Ага, это у нас котелок. А что, типа, это скелеты на это... Это, сели прикусить, походу, да? А я им это помешал. Так, это мы лутаем. Ну да, мы лутаем скелетов сейчас. По-быстренькому. Так, тебе лутаем. Тебе лутаем. Тебе лутаем. Так, тебе. Тебе и тебе последнего, походу. Да, ты у нас последний герой. Как говорится. Так, все. Здесь мы все залутали. Смотрим на карту. Да, один проход. Все. Можно идти назад, а точнее вперед. Я бы сказал... Я сказал бы так. Идем назад, в скобочках, вперед. Так. Значит, там одна дорога была у нас вроде бы, да? Вроде никаких поворотов, да, заворотов, приворотов не было. Так. А нет, стойте. Сейчас я выйду, да, и получается направо или налево. Да. А нет, здесь ничего нет. Да, здесь был один сундук и два скелета. Все, все, все. Все, я все вспомнил. Так, теперь, на всякий случай, карта, да, мы уже близко у нашей цели, значит, там будет, скорее всего, куча народу. Да, вот, а, святилище открылось нам. И, возможно, да, выход, да, я так и подумал. Если святилище молили рядом, то, значит, где-то рядом выход, и это, видимо, он. Да, это он. Это он, это он, ленинградский почтальон. А это значит, что правильно. Какие доспехи, я все такие взял. Ну, посмотрите, не похоже ведь. У них доспехи лучше выглядят. Они как-то массивнее. Ну, статуи сами массивнее выглядят. Прикольно. А я так. Как говорится. Это как это говорится. До, после или без фотошопа и с фотошопом. Как-то так. Получается так. Ладно, ага, тут еще поворот есть лишний. А, святилище. Магия. Тут скелет. Ничего себе. Ничего себе, я бы сказал. Так, ладно, рубим вас. А зачем вы тут стоите? Для чего? Тоже питайтесь магией. Опа, надо, ты чё? Оборзел, ты чё? Слышь, персонаж, давай это. Тебе, да что ж ты будешь делать, алло? Вот. Вот, я даже второй раз сделал. Вот гад. Вот тебе за это. Проклятый скелет, а? О, ты уже дошел. Серьезно? Это невидимо. Ай, ты... Я тебя не трогал, а? Зачем ты меня бьешь, да? Чего ты добился этим, да? Так, надо все объединить, я помню. Тут можно всякий хлам этот объединить. Вот, вот. Потом все. А, с этим можно объединить. Все, да? Ну, блин, а? Не особо-то это объединил, получается.
Ладно, смотрим, щит нет. Это тоже нет, но серьезно. То и продайте, я уже икать начинаю. Не знаю чего, но от чего-то. А, стоп. Дубинку можно. Так, все. Надо опять перемещаться в конюшне. Поехали. Так, ментальный урон в мой бронебой. И где портал? Все, полетели. Так. Полетели мы в конюшне обратно, как говорится. Так, все. На нашу это... На наш аванпост, скажем так. Ой. Пардоньте, я начинаю икать. Что-то непонятно со мной. Как обычно. Ну это, блин, закон подлости. Если все это... Да, рассекатель. Нет, украшенная боевая пальца. Я подумал. Ооо. Бронебоев-то сколько сразу? 10 тысяч стоит. Серьезно, Карл? Ну давайте посмотрим. 1331. Добавляем. Ну нормально. На 100, грубо говоря. Этот бронебой добавляем. Ну нормально. Этот бронебой добавляем. По сути дела сколько? 40 штук почти потратил. В никуда, да? Как обычно. Это все такое. Аваквар. И тут аваквар. Урон холодом. Серьезно? Надо подумать. Урон огнем Валер Мосс. Тоже урон огнем. Серьезно? Это, знаете, как это? Опционально идет? Серьезно? Серьезно, Карл? Как это? Ничего себе. Так. Все это бесполезное. Ну как, мне оно не нужно. Не продадим все, давайте. Все лишнее, сказал так. Главное, ну да, главное не продать всякие ингредиенты, прочее. Так. Мы это продаем, это. Мантию мы оставим себе. Все остальное мы продадим. Так. Так и так, и смотрим. Вот это и это. И все. Так, теперь надо засунуть ингредиенты в лошадь. Кроме зомби этих, да, вот это. Все остальное можно засунуть. А, это еще скелетные, да. Спины и мозги. Так, все, остальное мы ложим сюда. А это камень мы оставляем. И мантию мы ложим в эту лошадь. Я их зачем-то коллекционирую, не знаю зачем. Может быть, когда-нибудь мне не пригодятся, в скобочках нет. Ладно, возвращаемся назад. В гробницу этого короля. Сатриуса вроде, да? Так его зовут. Так, ну хоть не гробница короля Леорика, если вы понимаете, о чем я. Так. Два пути было, да, что ли, получается? Ага. Или нет? Ладно, хватит уже рассусоливать. А, все, тут мы залутали, ребят. Это мы забираем камушек, мы сохраняемся. И зовем скорпиона. Да не туда, персонаж. Это не та магия. И все, скорпион у меня закрыл вход. Молодец. Давай ко мне. Вот, хороший мальчик. Этот хотя бы меня служится, в отличие от всякого. О, ангел-хранитель, я имею в виду, который меня как-то в доме запер. Ага, то есть реликвия наверху, а это просто скелет, который тупо бродит, серьезно? Вы меня игнорируете вообще, что ли? Что-то у вас мало, ребята. Да, это гробница короля, походу. Но мне кажется, если я возьму реликвию, мне скелет еще появится. Но это не точно. Так. А, блин, я еще и заморозил скорпионом. Я забыл, как обычно. Ладно. Все, лутаем. Скелетов. Тебя лутаем. Все. А, ты откуда тут взял, серьезно? Ты решил меня победить? Ты думал, реально, да, меня своей этим пукалкой победишь? Ай, я от вас, как говорится, просто в шоке. Так, ледяной скелет. Что ты тут делаешь? Мне интересно знать. А, это лучник. И он типа целится в меня. Ты в меня целишься или для прикола тут стоишь? О, еще один скелет. Откуда вы беретесь, а, ребят? Скажите мне. Так, лутаем. Теперь сейчас мы тебя залутаем. Тихонько. Все, готов. А, тут еще кто-то бежит. А, видимо... Да ладно, мой скорпион отморозился, и, видимо, этот тоже отморозился, но это не точно. Я его тупо его не заметил. Настолько низок для меня. Так. Это какие-то еще гробницы, да? Но их залутать нельзя, это понятное дело, они чисто для красоты тут. И мы смотрим уже, что
Серьезно? Мы уже обошли всю гробницу? А где это? Выход? А, вот. Я его не заметил. Ладно, сохраняемся. Скорпион этот бродит за мной. Так, все, вот она, гробница, да? Корона Сатриуса. Дешевая имитация, серьезно? Это элемент земля. Ну, это фрагмент реликвии, как вы видите, да? Непонятно, почему это такой фрагмент дурацкий. Опора, как вы помните, выглядит вот так вот, как вы видите, да? Реликвия сама, опора реликвия. А так выглядит так называемый камень земли. Ну и мы заберем имитацию, это корону. Почему в скобочках дешевая имитация написана, конечно, это смешно. Откуда наш персонаж это знает? Хотя, возможно, король носил камень земли на голове, что? Ага, я думал, что тут короля мы найдем, ну, воскреснет он в виде скелета. Но я ошибся, то есть это печально. Тут было всего пару скелетов несчастных. Минус разработчикам за это. Ну и магия какая-то непонятная. Типа гробница должна быть, ну, защищена, понятное дело. Король ничего не... А, он держал, видимо, в руках реликвию, скорее всего. И на нем была корона. Ладно, король, спи спокойно. Чем мне еще сказать? Мы зачистили эту гробницу. Это хорошо, это плюс, огромный плюс. Теперь, да, нам надо... Ну, раз это дешевая имитация, я могу спокойно эту корону отдать этому. Старости деревни Винбрейк. Он мне дал специальный ключ, но, походу, дело мне даже был не нужен, потому что что? Правильно, я прошел через задний проход. Или шоколадный, если вы понимаете, о чем я. Все, возвращаемся через главный вход. Да, вот вход в королевскую гробницу, вот она. Ну, вот этот вход. Давайте... Ух, ё-ё-ё-ё, вот она чё. Вот она чё. Мой скорпион, где ты? Я тебя вызываю, тебя. Этот гад сбежал от меня, он типа притворялся. А не, на этот раз он замер, я не понимаю. Я не понимаю логики этих скелетов. Конечно, я не могу их понять, потому что я не скелет. Ну, это уже логично же, серьезно. Так, ко мне идет упырь, я его вижу, даже факел мне это не помогает, тут, блин. Тут все так из-за того, что тут гробница. А, упыри против этого. Ну, блин, а, вот упырь, а. Реально упырь, ладно. Обойдем гробницу. На всякий случай. Так, эта дорога куда ведет? Ага. Я думаю, ну, потом обойдем, и тогда мы пойдем. Да-да-да, мы проверим вот это вот, как это сказать. Несчастную часть главной дороги, скажем так. В скобочках несчастную. Так, все отлично. Один упырь готов. Так, я вызываю скорпиона. Я надеюсь, он мне поможет. Я очень на это надеюсь. Так, давай, бьем. Мимо, бьем, отходим. Так, бьем, отходим, отходим. Бьем, отходим. Бьем, отходим. Ай-яй-яй. Бьем, отходим. Да, это такая хорошая тактика, на самом деле против упырей хорошо действует. Бьем, все. Ну и лутаем их. Мой скорпион... Стоп, тут где-то же еще упырь был, но я что-то потерял его. Блин, я его, походу, реально потерял. А вот, все, я его нашел. А, я его залутал, оказывается. И мой скорпион бьет этого упыря, который не сдается почему-то. А почему ты с ним не хочешь драться? С моим скорпионом, он что, тебе недостаточно хорош для тебя? А ведь он хороший мальчик, если что. Вот-вот, получай. Никто это не смеет обижать моего скорпиона. Мой хороший мальчик, кто хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Кто хороший скорпион? Ты хороший скорпион. Так, все, получается. Эту дорожку мы осмотрели до конца. О, это святилище, да, мы уже... Я тут выверну приметил одинокую. Ладно, я думаю, я ее съем, на всякий случай, почему бы и нет. Все равно она одна одинешенька, вроде ей, наверное, скучно. Давай подеремся, что ли. Так, надо подняться, я смотрю, давай, персонаж, молодец. И ингредиент заберу, отлично. Все. Так, теперь надо... Первым... А, там мы вернемся в деревню Винбрейк. Ну и продадим все остальное, да. Сплавим все лишнее местному торговцу. Все, так, пожег, спускаемся вниз.
Напрямик, просто тупо и напрямик. Так. Так. Где-то тут. Вот он. Торговец, я видел тебя. Что ты тут делаешь, мне интересно. Змеиный меч не подходит. Так, ну и продаем ему все. Ненужный хлам продаем весь ему. Это ингредиенты, ладно, пусть они. Это продаем. Это продаем. Ну и все остальное, ну кроме мантии, она пусть. Тут лежит. Так, это мозги. Мозги упыри. Так, это мы все продаем. А это что? Это железное. А, слезное железо Виверн. Вот. Вроде бы правильно. А, вот. А, это корона Сатриса, которую я отдам. А где камень? Или он уже в реликве? А, вот он. Видите, вот это вот квадратик, да. Видимо, ну да. Ну вы поняли, как он объединяется. Как эта реликвия объединилась. Снизу, грубо говоря. Ладно, все, хватит. Беда с башкой у меня уже, все. Все, поговорим со старостой, отдадим ему эту дурацкую безделушку, он будет рад, я надеюсь. Такое чувство, что у меня, да, у меня такое, это не чувство, что чувство, что мне не заплатит или вообще не дешево заплатит. Да, но она не золотая. It would seem that young Prince Emrys buried a cheap replica with his father. That little cheat, the worm, he has ruined my life. Серьезно, ты так о королях, принцах говоришь? Да ты совсем, мягко говоря, офигел. А где ты достал ключ? Я про него спрашивал, да, типа, случайно выпал, да, я его нашел, да. Ладно, будь здоров, удачи тебе, можешь засунуть себе эту корону. Глубоко-глубоко в шоколадный проход. В задний проход это гробница, скажем так. Ладно, будь здоров, удачи тебе, Щитгоб. Не повезло тебе. А, и ты мне ничего не заплатил, вот гад. Вот гад, засунь себе эту имитацию действительно туда, куда я сказал. Ладно, все, мы можем возвращаться назад. Все, иди плачь в угол там. А хитрый принц, а? На самом деле, действительно, зачем было хоронить это с нормальной золотой короной, если можно похоронить с муляжом? Разницы-то никакой на самом деле. Мертвым-то точно уж. Ладно, живым пригодится. Все, теперь мы можем проверить башню. Башня когтя или змеи? А, коготь бурь называется. Но это опять некроманская башня, там, скорее всего, тусует некромант. Я уверен на 100%. Да, вот она даже видна. Как это зловещее нависает. Нависает. Над нами, под нами. Ну, вы поняли, короче. Гробница такая, блин, курган еще называется. Серьезно, какая-то, не знаю, греческая. Ну да, броня такая у них, ладно. Прям, ну, блин. Мы ведь под землей тусуем, а не на поверхности. Если что. Серьезно, Карл. Ладно, ладно, все. А, это просто эти непонятно кто. Тут не. А, не, упыри ходят все-таки. Я просто хочу обойти гробницу на всякий случай, но, ну да, как вы видите, ничего нет. Ага. А, это вход главный, да, им понятно дело. Это вход, откуда мы пришли. Вышли, точнее. Получается так, так, и упыри бродят, упыри, точнее. Так, мой скорпион, я вызываю тебя. Так, и упыри. Ага, ингредиент возьмем сначала и съедим упыри. Не трогай моего скорпиона, а? Слышишь? Проклятый упырь. Ой-ой-ой-ой. Я не понимаю, типа темно стало? Серьезно? Значит, ты скорпион. Я думаю, надо это... Что? Чего? Кого? Только не говорите, что я продал свой молоток. Твою налево, ну-ка. Быстренько перемещаемся в Виндебрикла, быстренько. Серьезно. Я также вот, вот таким же образом я тупо продал виллу. Вот я, дурачок-боревичок. Я просто олень, реально. Я чувствую, как у меня это растут рога. Вот он. Давай мне, верни мой этот. Вот он. Бронебой. Я... Прости меня. Я больше так не буду никогда. Жесть. Хотя на самом деле у меня вроде было сохранение, да, перед сдачей квеста этому старости. Фух, я испугался. Я реально испугался. Я даже сбежал с поля боя. Но я так обычно не делаю, хотя в скобочках, да?
А, ёбарися. Только не говори, что их ты все... А, нет, вот они. То есть он один тут, а где остальные двое? Серьезно? Где остальные? Признавайтесь. Так, давай. О, молодец. Да что ж ты будешь делать, а? Вот гад. Проклятый упырь, ах ты сволочь. Получай, получай, гад, я тебя съем. Я тебя голыми руками задушу, а? Вот гад, а? Эх, плохой скорпион. Сегодня ты плохо себя вел. Так, все. Идем прямо к этой проклятой башне, точнее проклятой. И проклятой, и проклятой. Там будут некроманты. Ну, да, я уже говорил, я это просто чую своей... спинным мозгом чувствую, короче. Шоколадным проходом. И задним. Он же задний, он же шоколадный. Так, виверны, вы мне не нравитесь, если вас съем, у меня плохое настроение, поэтому я вас просто... Вот-вот, мой, даже наш персонаж уже просто крышкой поехал сегодня. Смеется просто так. Ой, у меня еще голова кружится еще что-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Без комментариев. Ну, могли бы поближе сделать. Все равно, вот, просто эта дорога, она бесполезна. То есть, если убрать эту дорогу, что изменится? Ничего не изменится. Я уже как-то... говорил насчет, это в пещере Скапулари, да, жаловался насчет лишнего парохода, который просто бесполезен. Пустая трата времени, на самом деле, как для разработчиков, так и для меня, для игрока. Вот, я иду просто в башню, поднимаюсь, а ее можно было поставить возле гробницы, ничего бы не поменялось, вот-вот. Ну, это я уже говорил насчет открытого мира и прочее, 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 не хочу повторяться, да. Я в глубочайшем пардоне, да, я зевну. Я слышал. Волки, да. Так и знал, что это будете вы. Потому что знакомый звук был, ну и бесполезный, как обычно. Это кто? Медведь-нежить, что? В первый раз видим. Медведь-нежить, так, скорпион, вызывай тебя. А, и он напал на моего скорпиона, а я нападу на него сзади, и все. Ага, вот, а, это телепорт, это хорошо. Так, волшебный источник, это тоже хорошо, но мне бы еще святилище молель. Так, вот он, не пукью. Ё-моё, походу дела несерьезно, ребята, эти некроманты ваши. Ох-ох-ох. Ох-ох-ох. Но не вызывает только это. Яд, скажем так. Так, я могу сделать так. Фух. Сколько же вас, ребят, серьезно. Некроманты прям как из этой игры Dark Messiah of Might and Magic, если понимаете, о чем я. Я ее проходил, и причем без комментариев, если что. Если вдруг кто не знает. Ладно. Будем бить этих некромантов прямо сейчас. Добьем всяких зомби. Так. Вылечимся. Так. И будем бить тихонько, осторожненько. С толком, с чувством, с расстановкой. Так. И зомби сейчас мы заборозим, и прибьем они мне. Не угроза. Это не тоже, да, что ты мне сделаешь, серьезно. Вы мне, ребята, ребятушки, ничего не сделали просто. Просто ничего. Ага, опять тут ты взял сам, гад. Ладно, надо хилиться. Так, и забить этого некроманта, который появился непонятно откуда. И непонятно зачем. О, очко мне не дали. Так, смотрим, у меня зелье, да. Здоровье не очень, на самом деле. Так, зато маны много, выпьем. Выпьем ману, где же кружка, как говорится. Так, и будем это, лечиться. Да, я просто нажимаю кнопку одну. Все, теперь можно съесть этот спинной мозг, да? А, нет, щитовидную железу зомби можно съесть, фу. Ладно, так, мы обойдем эту башню до конца. О, очередная лошадь нежить. Которая мне... Ух, ага, и тут, видимо, прохода нету, да. Ну-ка, сохранимся на всякий случай. О, очередная черная башня, ладно. Угу. Угу, и тут прохода, видимо, нету, да. Ага, ну-ка, ага, прыгнуть я не смогу. Но скорпион мне это точно не поможет тут. Нет, нет, как говорится. Скорпион нам тут точно не помощник. Вот как правильно надо было говорить. Ага. Ну и пройти никак нельзя, ну наверх только можно.
Но ты со мной точно не попадешь там. Тут нужно только перемещаться вот так вот. А внутрь черной башни попасть никак нельзя. Так. Ага, и тут ничего нету. А, и тут, наверное, вниз телепорт. Ага, да. Ну-ка еще раз наверх, я хочу кое-что проверить. Так. Да. Вот сюда вот. Ага. Зато это видна столица. И все. А это, видимо, Кудинар. Это какая-то другая башня, которая на самом юге. А это та башня, самая первая, которая возле четырех камней деревни. Мы проверили. Стоп. Нет, это Кудинар. На этом островке на реке. А вот это столица, если вы видите, самом далеке. Да. А это башня самая первая, как я говорил, да. И все, получается. Я больше ничего не вижу. Ну, лично я. А, это Ашос. А это башня дальняя, да, я говорю. Что-то я Ашос не заметил. Ладно. Ладно, все. Теперь можно спокойно перемещаться вниз. Потом остановиться у этого... А, скорпион уже исчез. Остановиться у этой нежити... Как это? Лошади нежити. Вот так вот остановиться и заканчивать эту серию. О, скорпион все-таки тут со мной. Ладно, тогда мы вот так вот закончим эту серию. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Комментируйте, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать серии. А на сегодня все. До новых встреч. Всем пока-пока, удачи и не болейте.